Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет новая песочница по типу Pippa Playground на Android. Игрушка называется Just a Playground. Это игрушка от разработчика игры Xelebox. Я вообще не ожидал, что разработчики выпустят новую игру в этой теме Pippa Playground, но это свершилось, и как бы теперь не только Xelebox есть у разработчика, а еще Just Playground. Надеюсь также, что они будут его постоянно обновлять, и получится офигенный клон игры Pippa Playground. Да, интерфейс чем-то похож на Melon Playground, но все же тут есть такие функции, которых даже нету в Мелоне, но они очень крутые. Так, ну что, давайте разбираться более подробно. Так, вопросик, это различные предметы, допустим, вот, деревяшка, колесо, бутылочка, стульчик, стольчик и тому подобное. Все, я понял. Так, наш персонаж под ником Just Fruit. Типа хорошие фрукты, да? Давайте еще заспавним. Пистолетики, автоматики, туда-сюда, снайперка, автомат. Ого, ребята, миномет. Или как он там называется? Ну, вы поняли, да? Хорошо, это что такое? О-о-о, этот огнемет. Так, это у нас огнетушитель. И все, что ли? Ну да, ребята, ранний запуск, понять можно. Ножи, короче, ближний бой. Заспавним это копье и обычный ножик. Так, взрывные вещества, граната, смока, граната, молотов, коктейль и мина. Так, ой, ё-моё, ребята, взорвалось, все пошло не по плану, даже огнетушитель залез не туда, куда надо. Тушим, тушим, подожди, братишка, стой. Да, отцепись нафиг, отцепись, все, включаем огнетушитель, тушим, ребята, поскорее, быстрее, сейчас наш Just Fruit умрет. Все, потушил, но, к сожалению, спасти не удалось. Ножик, который лежал на полу, воткнулся прямо ему в голову. Вот это жесть. Это механизмы, типа вот лампочка. Как она работает? О, а нет, подождите, не нажал, да? Во, работает, посмотрите, как красиво. Ха-ха, лампочка работает. Так, стабилизатор какой-то, как он работает, интересно. Во, он включился. Короче, ребята, экспериментируйте. О, это интересно. Контейнер для шприцов и просто шприцы, 4 шприца. Обязательно все протестируем. И есть один такой вот беленький автомобиль. Нажимаем на него, нажимаем включить, все, он поехал. Теперь давайте все очистим. Заспавним персонажей 4 и будем тестировать уколы. Потом еще раз заспавню NPC и постреляем с оружия. Я думаю, что будет так интереснее, да? Так, а первый шприц спавним. Так, второй сюда. Третий вот сюда. И четвертый сюда. А контейнер, напомню, что мы туда ложим типа шприцы, да? Первый шприц пошел. Во, воткнули. Нифига себе, он разлагается, посмотрите. Это реально все круто сделано. Следующий шприц. Так, воткнули. Он сразу умер, да, упал. Следующий шприц. Втыкаем, нет, не воткнул. Подожди, все, не воткнул. И как тебя воткнуть? Да ё-мо! Спокойно, спокойно, не торопись, не торопись, бро. Хорошо, вот, блин. Да как тебе... ты куда шприц взял? Во, воткнул, ребята, не знаю. Вроде воткнул. А, он это оживляет. Все, я понял. И еще один шприц, ребята, втыкаем. Во, воткнул. Все, посмотрите, тоже разлагается. Теперь смотрите, первый Осита Сюринч, это, ага, полностью, да, он умирает. Пайсон, его уже воткнули, да? Да, он упал, ребята, да, все, я вспомнил, он сразу упал, да. А зеленый шприц восстанавливает, это жизнь. А следующий шприц, это зомби, все, ребята, вот, видите, наш персонаж зомби. Все, я понял, удаляем. Теперь оспавним персонажей. Возьмем огнемет, возьмем автоматик и возьмем дробовик. Постреляем с этих оружий и будем, в принципе, завершать обзор этой игры. Так, стреляем. Так, подождите. Здесь тоже, по сути, красивые анимации. Посмотрите. В принципе, мне нравится. Особенно, как стреляет огнемет. Посмотрите, какой красивый огонь будет. Сейчас. О, все, они, ребята, горят. Вот это да. Не, ну у игры есть огромный потенциал. Главное не забросить, обновлять Xelebox, потому что многие также ждут обновления для нее. И не забывать про игру Just Playground, и получится вообще все офигенно. Как по мне, мне нравится, реально нравится, и надеюсь, вам тоже понравится.
Внизу тут эти провода, веревки туда-сюда, это у нас очистить миры. Ну, ребята, все просто, все очень легко, понять можно. Это все, и всем спасибо за просмотр, до скорых встреч и... Подождите, все, и пока.